Все, поехали в игру, чат, поехали. DragonX RNG! Корея против Китая. Вот они здесь. Четвертый сид LCK. Четвертый сид LPL. Фиора банится против Брита. Сразу респект, бан против Брита залетает. То, что я вам говорил, что фиорки могут залетать вот от сильных LPL, топеров там и так далее. Юма у нас блокирует Берилу. Смотрим на Калисту. Смотрим на Кейтлин. Кейтлин улетает в блокировочку стороны РНЖ. И Джакс для Брита. Не Фиора, так Джакс у него будет. Залетает сразу. Чтобы вы понимали, Брит, по мнению многих, если не самый сильный топ-лейнер на турнире, то топ-3 точно. Где-то рядом с 369 и с... Господи, с кем-то еще. Я уже забыл. Господи, чат, кого я забыл из топеров? У меня шиза. А, Зевс, точно. Макай! Это флекс, это джангл Макай или саппорт Макай, чат. Второй Макай на вторую роль. Yes, нахуй. На 3 роли флекс будет. И Акали появляется для Зеки, и ЛБ появляется для Xiaohu. Уф, драфт пушка залетает сразу же. Но здесь Ниlah появляется для Галы. Уй-уй-уй-уй-уй. Ниlah для Галы. Deft нам показывает Вейн. Но это будет Тристана. О, Рел. Рел появляется первой на турнире для Берила. Но Рел, кстати, хорошо. Против кучи милишников Рел выглядит очень неплохо. Рел здесь прям вообще прекрасно заходит. Очень много контроля у DragonX. Для Нила, для Лебланки, Макай, Рел. Так, ну драфт хайповенький, чат. У нас джангл Макай первый на турнире. Топ-лейн Макая мы уже видели. Джангл Макай залетает. Осталось только Макая на саппорте увидеть. И я буду гением прогнозов. Так, ну по драфту вообще в целом оба драфта прикольных. Очень много скилл матчапов. То есть ЛБ, Акали, Аатрокс, Джакс. На боте Тристана, Нила. Игру прям прилично флипают здесь, но мне очень нравится контроль, который есть у DragonX в виде Нила, в виде Макая против шорт-рейндж сетапа справа. Поэтому, если честно, я... Ну, плюс еще и Аатрокс против шорт-рейндж сетапов хорошо работает, а там справа, ну, по сути, 4 милишника. Поэтому мне не иронично... Нравится драфт DragonX, наверное, чуть больше. Правая линия, Deft на боте запушивает, понятное дело. Левел 1 Alistar вообще ничего не контестит. Приу есть на боте у DragonX. Xiaohu. Очень хорошо здесь Зеку пробивает уже. Зеке скоро телепорт придется сжимать. Xiaohu с флеша пытался дать цепочку, фейлит, а здесь Pyosik. И Pyosik играет в клона! А, это дизастер! Там Xiaohu так кекнул на камере, вы видели? Там прям киквэ был. О май гад. Мало Pyosik представили? Космонавт Макай выдвигается на верхнюю линию. Бриф без флеша. Может попробовать сагриться на... Кингена тратит, кстати, здесь Кухан. Прожимает Ешку. В теории можно попробовать сыграть. Допустим, даже с флеша Пёсика. Но Бриф на кушке выйдет, если что. Поэтому будут байтить еще одну кушку от Джакса. Бриф. Кинген пытается прям подбайтить. Pyosik. Кинген. Опа. Бриф прыгнул. Вэшка пошла. Pyosik. Но капчик. Немножко подфейлили, и в итоге выходит Бриф. Дизастер! Как же у Pyosik ганги не заходят. Я не знаю, но там типа Бриф прыгнул вперед на кушке и нажал Ешку. Мне кажется, Pyosik просто должен был дождаться, когда Ешка у Брифа закончится, и они его точно убивают. Типа, я не знаю, почему он прыгнул, когда там стан Джакс раскручивал. Ему нужно было подождать стан. Там уже никак Бриф не выходил. Так, Вэй заходит на топ. У Кингена нет флеша все еще. Если Кинген нажмет, допустим, как-то ешечку свою, так, Брит прыгает в Кингена. Вэй с флеша красиво. Ультимейт, бам, хорошо. Первая кровь для Вэй. Это что, Вэй из Аркейна? Бэтчест. Но, кстати, Кинген из-за того, что Брит там его поддушивал, не сильно отстает. Да и в целом по золоту разницы практически нету. 1-0 у нас все еще. Да, немножко Xiaohu на миде подушивает, немножко Брит на топе подушивает. Но я и говорил, что матчапы как бы флиповые, но плюс-минус как бы в пользу RNG. Они как бы контрпикали, они пока свои контрпики хотя бы по кипам немножко реализуют. Кинген с Бритом на топе 1 на 1. Заруба пошла, аниме-битва, а тут Вей, но Брит оформляет соло-бола. Соло-бола и Кинген 0-2-0. Так, Пёсик делает Герольда. Но, кстати, ботлейн DragonX здесь. Ботлейна RNG здесь нет, и, скорее всего, Герольд должен DragonX доставаться. Кинген может попробовать Вэя закрыть, но Вэй здесь просто на кухане выйдет. Да, Герольд остается DRX. Ну, либо они тебя звать просто должны, например. Пускается Герольд на мид, забирается Т1 на миде. Так, там Кинген флешаут, дофлешивается за ним Брит, Кинген опять умирает. Хотя, почти затрейдился, сколько урона по Вэю залетело, но все-таки Кинген умирает. 0-3-0 от Рокс. Так, дракончик у нас третий для RNG, DragonX надо его контестить, как бы душу отдавать не хочется, хикстековая душа очень неплохо выглядит для того же Джакса, для того же Нилы. Ой, Зеку поймали, на цепочку посадили Зека. Очень больно получает на пол хп. DragonX пошел энгейдж, попадает по Мингу и по Ниле, там Deft получает по лицу от Брита, Брит подрутил его песик. Пошел весь контроль Брита, забирает здесь трик Дефт. Хорошо, Дефт дальше может настрелять еще. Вэй очень больно. Зека попал по Вэю ешкой. Вэй тоже умирает. Даблкил для Дефта. Дальше можно пострелять. Полетели вперед. Хорошо, песик. Триплкил для Дефта. Минус 4. Можно и Xiaohu дочезить, но это копия. Дефт. Xiaohu, видимо, выйдет. Нет, пойдут его чезить до конца. DragonX делают, скорее всего, минус 5 в этой драке. Эйс, польза DragonX, LCK на коне, сюда! Так, Брит и Xiaohu в засаде. Чекует Берил, хорошо залетает, сразу контролит Xiaohu, Xiaohu лопается, Брит следующий. Даблкил для Дефта, как же, RNG фейсчекнули это все дело. Десять секунд до Дрейка. Там ГА будет, у Тристана нет. Там Дефт хотел реколлинса, но в итоге стопает рекол. Кали душит сайдлейн, но тоже сейчас на рекол, скорее всего, пойдет. И ТП сейчас уже сюда, полетели по Кинге. Но пока Вэй нажимает ультимейт, но это какая-то странная инициация. Пошла ульта песика, подцепляет Минга. Минг прожимает ультимейт, Минг под фокусом. Начинает Тристана по нему стрелять, Мингу очень больно. Минг выфлешивается, Брит тоже выходит на кухане, и это должен быть дракон для DragonX 3. Очень странная инициация от Вэя была в Аатрокса. RNG думает о том, чтобы попробовать подфорсить на Шора. Там 2 человека, DragonX сделают дракона. У Кингена, если что, будет телепорт. RNG нет, на Шора не будут форсить. Да, Ниле очень трудно, мне кажется, в Мака играть. Я не уверен, что тут был хороший пик от RNG. Ну, типа, ты залетаешь, там еще и Рената. У Рената вообще идеально правый драфт работает. Не, ну тут на самом деле по тимфайту очень трудно RNG будет выиграть. 9к на Шор. Брит без телепорта, Кинген с телепортом. Брит очень долго будет сюда идти, а вот телепорт сюда нажимается от Кингена. Будут ли флипать DragonX, либо будут пытаться искать энгейдж. Вэй без флеша. Кухан заканчивается. Можно сейчас фокусить. Нет инфы у DragonX. Пошел ультимейт Макая. Забирает Xiaohu на Шора, он его стилит! О май факинг гад! Xiaohu стилит на Шора! Так, Рабадон готов у Акали. Акали 4 предмета. 4 предмета Дефт, 4 предмета Гала, 4 предмета Брит. Позицию RNG забрали полностью. DragonX надо идти фейсчакать. Саплингами песик начинает все закидывать. Рассада, так сказать, пошла. Да, как же Макай дает вот эти возможности что-то чекать, кусты там и так далее. Это жесть. На мид прая забили. Зека на фланке, Кинген на фланке. Такую коробочку DragonX здесь формирует. Деф там прая сейчас заберет, запушит. Т2 на миде может упасть с того, что он это сделает. РНГ стартует дракона. Байтит на файт. Зека на фланке. Берил тоже ищет какой-то фланг. Может флеша просто сыграть. 5К дракон. Минк играет по Берилу. Да не дает ему заингейджить. Берилу очень больно. Берил может умереть. Дракона забирает Вай. Не будет здесь души для DragonX. РНГ могут подраться. Гала живет. Очень много урона залетает. Но Пёсик при этом падает. Тристана стреляет. Делает даблкилл. Зека живой, Кинген живой, почти фулл хпшный. Дефт ищет возможность пострелять дальше, прыгает вперед. Бриф прыгает на Дефта, секундомер хороший. Гала может попробовать залететь. Бриф в туннеле Дефта, Дефта забирает Бриф. Гала живет, Гала хилится, Зека забирает Галу. Зека в Эшке, может попробовать развернуться, Ешкой попал по Вэю. Полетит ли он дальше? Нет, пока выходит. Драка в пользу RNG. 3 в 4 и дракон для них. 3-3 по драконам, а здесь ультимейт у Зеки откатывается, и Вэй он должен забрать. Шишка! Прыгает сюда Бриф. Зека выходит. Задуэлит Брифа. Зека! 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 Что делает? Инсейн. Минус 5. В итоге DragonX выигрывают эту драку, но дракона теряют. Но они могут на шору зафорсить. Там 30 секунд до Вэя, 40 секунд до Брита. Дев станет через 10, Кинген через 15, у него будет ТП. Это должен быть на шор для DragonX. Но флэш, да. Флэш он дожал на хайпе чисто. DragonX на шором. Заходят на Т3. RNG будут искать, возможно, какой-то ингейдж. 2 минуты до дракона. У RNG очень большая проблема. У них мало вейвклира. И вейвклиры очень опасны. Эти Гале надо подходить, до тачанок им добираться трудновато. И как бы DragonX здесь могут две стороны забрать, потому что вейвклира нет просто в RNG. Одна Т3 на боте падает с этой тачанки, точно. Зека плюс еще вейв на миде ждет. Т3 упала. DragonX потихонечку идут дальше. Смещаются на мид, хотят забрать вышку теперь на миду. Т3 почти падает, Т3 забирается. Поехали по ингибиторам работать, DragonX. Мид-ингиб падает. Бот-ингиб тоже должен достаться DragonX здесь. Минута до Дрейка. На шарпаф еще 40 секунд. DragonX еще ГА. У Бритта тоже ГА готова. Брит пытается здесь подзонить. Но ингиб все равно должен упасть. Да, две стороны забирают DragonX. 30 секунд барон бафа остается, но дальше они не будут пушить, у них 40 секунд до Дрейка. Можно еще кому-то ресетнуть, если надо. Да, ресетуют. Full reset, fast recall с барона. Там себе Омен Берил собрал. Проблема RNG в том, что мид пушится, бот будет пушиться. Телепорты у DragonX скоро откатятся, там еще можно на базу. ТПшница будет так, форсится дракон. 9К. Вэй прыгает Пёсик. А где Рел? А где Рел? Все хуево шотнул. Дефт стреляет там по Вэю. Дефт забирает Вэя. Нет, Вэй пока падает в ангел-хранитель. Резуректится также еще и Гала. DragonX разворачивается Вэя. Вэй выходит. Брит прыгает вперед. Откидывает его Пёсик. 4 в 5 остается здесь DragonX. Рел мертвый. Берила просто нет на карте. Там останется дракон. Душу забирает Пёсик. И DragonX дальше должны файт сноуболить. Минус Вай. Минус Алистар. Гала тоже должен падать. Чейзит здесь еще и Xiaohu, даблкил для Дефта залетает. DragonX показывает, что LPL не будет так жестко доминировать на этом чемпионате мира, потому что 4-й сид Кореи оказывается сильнее, чем 4-й сид Китая. Это, можно сказать, отчасти сенсация. Большая часть аналитиков ставила на RNG. Но DragonX в этой Best of 1 оказывается сильнее. 9-1-6 Дефт, 4-0-8 Зека. 2-1-11 Пёсик на Макай, и DragonX оказывается сильнее. Браво, браво, DragonX! Хорошо, как чат. Прекрасное завершение игрового дня.